Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Fold the World. Сложи мир. Это приключение пружинки в складной головоломке. Сейчас я вспомню, сколько уже у нас уровней пройдено. Ага, пройдено 12 уровней. И сегодня постараемся пройти еще как можно больше. Игра нашим зрителям понравилась, в принципе. Я по количеству просмотров и лайков смотрю. Об этом я решил сразу не откладывать в дальний ящик и записать продолжение. Кто еще не видел первую часть, я думаю, быстро поймет, в чем здесь дело. Так, так, так. Осталось только самому понять, в чем здесь дело. Пока я не понимаю. О, вот. Так, я сложил нашу картинку. И продолжение нашего рассказа. А как выяснилось, Йола не очень хорошо умел пилотировать. Если вы не видели и не читали эту сказку, то советую пересмотреть первую часть. Тогда станет все понятнее. Мне отсюда, видите, идти не получается. Так. Так сложить можно, нет? Нет. Как же здесь? Ага, вот. Иду теперь обратно. Дальше. Дальше непонятно. Может, как-то так нужно, нет? Нет, не так. Стоп. Что же тут творится-то? Как мне попасть? Как развернуться? Не получается пока. Ага, вот я полностью развернулся. Теперь... Вот, теперь у меня открылась дорога дальше. Отлично. Да, тяжелые уже пошли уровни. Тяжело их проходить так вот быстро. Что дальше? А дальше я могу сложиться, да? Стоп, не так сложиться. Или так? Не знаю, что-то получилось, но получилось. Разворачиваюсь и наконец-то иду к финишу. Вот такая вот головоломка. Но у нас еще один кусочек пазла, а поэтому он полетел прямиком под землю. О, ничего себе, действительно он плохо летает. Два всего барана. Ладно, я не буду стараться проходить все на 3 барана, потому что иначе это будет долго. А перехожу к следующему уровню. Итак, ого, сколько здесь всего. Как же быть здесь? Скорее всего, нужно сложиться. Как сложиться? Так вот. Может так? Ох ты, ничего себе. Я, получается, это рано сложил. Вот. Вот так нужно сложиться. Ого. Вот новый кусочек нашей сказки. А пусть путь лежал через центр планеты, на другую сторону Земли. Ого, глубоко он туда влетел. Ой, вот так. Как быть здесь? Понятно. Вот, отлично. Идем дальше. А здесь? Так, развернулся. Сюда вот как-то сложился. Только не понял до конца, как. Вот. Могу теперь пройти вниз. Иду. Стоп. Дальше. Понятно, что нет, нет. Ага. Вот, отлично, еще кусок. Нет. Сначала нужно пройти. А теперь сюда.
вот кусочек пазла еще один. На самом деле этот путь был немного сложнее и выглядел вот так. Ага, и опять там баранчик сидит. Так, хорошо. Разворачиваю. Еще один кусочек. Так, а здесь... Ага, вот, все, наконец-то финиш. Как-то долго сегодня получается. А, пожелаем Йола удачи в этом полете. Конечно же, удачи. Все. Будь здоров. Так, сколько сейчас баранов? 1, 2. Опять 2. Так, переходим к 15 уровню. Это закладки. Их можно вращать. Прикольно. Раз это уровень, в котором нам дают подсказки, значит он будет не совсем сложным. Делаю загинание. И следующая сказка. А к счастью, полет закончился успешно. И Йола достиг другой стороны Земли. Здорово. Так, теперь я перехожу сюда, да? Переношу закладку на другую сторону. Вот так. Отлично. Еще один кусочек сказки. Магия в дуболете закончилась. Идти дальше предстояло пешком. Убираем закладку и идем дальше. Складываем треугольничек и вот финиш. То есть, как видели, уровень был совсем легкий. И наконец-то у нас 3 барана. Идем дальше. Понятно, что... Ой, не нажал, не спрашивает снова. Так, вот мы идем сюда. Делаем загинание. Идем обратно. Теперь у нас есть закладка, скорее всего, да? Вот. Переходим на нее. Теперь нам нужно куда-то... Куда-то... Что-то привезти. Вот. Нет. То есть не с той стороны нам нужно... делать. Ага, вот так вот. Закладочка. Иди сюда. Вот, молодец. Давай-давай, не стесняйся. Разворачиваем уголок. Идем дальше. Дорога лежала через мост над бездонной лужей. Идем на уголок. И закладку перемещаем сюда. На нее. Что здесь? А здесь, скорее всего, нужно еще раз вот так вот сложить закладку, повернуть и взять еще один кусочек сказки. А мост был надежным, местами бетонным, местами деревянным, а местами веревочным. Да, ясно, что точно надежный, да? А, теперь мы идем сюда. Разворачиваем уголок, поворачиваем закладку, и вот он наш финиш. Не уверен, что будет 3 барана, хотя будет 3 барана, потому что ошибок я, в принципе, не делал. Ну, в общем, хорошо все, что хорошо заканчивается. Так, какой-то там уровень следующий. А, смотрим, идем вниз. Так, теперь нам нужно... Что нам нужно? Нет, не это нам нужно. Даже не знаю пока. О, вот, видите? Угадал. Идем дальше. А впереди показался яблоневый пантеон. Там жили огромные яблони-титаны, управляющие всем миром. А, да, у нас же пружинка-червячок, поэтому они живут в яблоках. Поэтому и управление миром происходит яблоками, да? Так, хорошо. А, разворачиваемся. Как же быть здесь? Вот задача. А, это закладка. Слушайте, я просто сразу не понял. Это закладка. Так вот.
И можем теперь... Ага, нет. А как же быть здесь? А, нам нужно перейти на другую сторону. И теперь я смогу вот так вот перейти. Здорово. Но для Йова это были просто яблони, а он очень хотел кушать. То есть сейчас он съест титанов, которые управляют миром, да? Слаживаем еще раз нашу бумажку. Разворачиваем. Идем дальше. Опять разворачиваем. Поворачиваем закладку. Вот. Йола проголодался, ведь он давно не ел. Можно даже сказать, никогда не ел, да? А теперь... Обалдеть, как же быть? Вот. Сегодня у меня получается. Уже опять все. Так, теперь разворот. Сюда. Сюда. И вот мы на финише. В принципе, сложного ничего не было. И опять три барана, да? Вначале у меня что-то игра подглючивала, и два барана было там, два уровня. Но сейчас как бы все пока получается. Так, ого, подождите. Закладка есть. Ага, вот сначала уголок нужно подогнуть. Взяли кусочек сказки. Йола выбрал самую большую яблоню с яблоком наследником престола. Обалдеть. Так вот мы сюда встали. Теперь сюда. Закладка, стоп, закладка где-то была. Ага, вот закладка, да, перемещаемся на нее. И куда мы можем с ней пройтись? Да, в принципе, ага, вот сюда, я даже не ожидал. Вот еще кусочек. Так, читаем. Древнее дерево несколько беспокоилось вторжением. Отправил, видите, баранов туда, да? Так вот. Закладка нам теперь не поможет. Так, стоять. Ой-ой-ой. Нет. Как же здесь быть? Что-то я как-то потерялся немного. Да. О, вот, отлично. Раз. И перемещаю закладку вот сюда. Сложно все. Так, теперь, по идее, мне нужно куда? Ага, вот так вот. Яблоко-наследник престола мира тоже оказалось неподготовленным к поеданию. Тоже к нему подготовлен. Так, что у нас еще? Идем сюда. Теперь поворачиваемся и финиш. Слава тебе, Бог. Сложно был уровень. Ну, да, и опять три барана. Значит, я мало ошибался и не слишком долго его проходил. Ого. Ладно, не будем терять время. Нет, это не то. Это тоже не то. Так, что-то я тут как-то вообще потерялся. Даже это... А есть закладка здесь? Я пока ее не вижу. Почему? О, вот. Переместился все-таки, да. Переместился. Нет. Ох, я не то вообще сделал, слушайте. Как-то меня не слушается управление. Эй, блин.
крутишь на стрелочке, правильно нажимаю. Я хочу вернуться туда, где я был. Почему? А, ну-ка, может, все-таки правильно здесь? Нет, неправильно. А, вот, сюда, видите? Оказывается, правильно, а я думал, что неправильно. Урча от удовольствия, Йола приступил к трапезе. Обалдеть. Так. Может, сюда как-то нет? Нет. Да что ж ты в одну сторону все время вертишься? Так, может, вот сюда. А дальше? Нет, все-таки сюда, да? А, это я туда пришел, наверное. А ну-ка. Почему он не поворачивается у меня? Нет, это все-таки не то. Ну вот сюда ж можно, по идее, развернуть. Нет. А ну-ка. А в сторону никак нельзя. Да, мешает. Хм. Да, я застрял. Я застрял. Мне что, нужно ведь куда-то туда вот, да? Ничего не получается. Да. Так. Как же быть? Я просто не знаю. О! Как-то получилось. Я так и не понял, если честно. Ого. Теперь как-то вниз, наверное, нужно, нет? Нет-нет-нет. Вниз, а потом в сторону. Да что ж ты сделаешь? В сторону не получится. Так это нужно вообще убрать отсюда. Вот, хорошо. Теперь так. Вниз. Вот, отлично. Наконец-то куда-то иду. Ни одно яблоко не пострадало при написании этой истории. Так. Раскладываюсь, по идее, да? И... не туда. Так, как... что ж все-таки тут? Может, вот так вот нужно? Нет, тогда я тоже не смогу свернуться. В сторону. Хорошо, в сторону. Вот, еще кусочек нашел пути. Назад. Назад. Иду в центр к яблоку. Это не то. А это то.
Насытившись, Йоло завернулся в куколку. Прикольно. А второй кусок. Вторая голова его ест, брат его, да? Это не то. Так, куда мне идти дальше? А, вниз нужно. Нет, не так. Как же быть? Это неправильно. Стоять. Куда ж ты? Так, тоже не получится. Странно. Так, куда ж ты лезешь? Ой, блин, тяжело. Это не то. Очередная засада. Ничего. Опа, может так? Вот, получилось что-то. Уже лучше. Нет. Так, куда мне идти? Сюда. Может, как-то так его сложить? Нет. Да, вообще не пойму ничего. Так, а может сюда нужно было как-то дойти? А ну-ка. Нет, не достает, видите, чуть-чуть. Значит, неправильно. В сторону не сворачивается. Нет, ну это все не то. И это не то. Тут вариантов особо-то и нет уже. О, опять не знаю, как это получилось, но получилось. Ну, вообще один баранчик всего лишь, потому что очень долго я все-таки с ней возился, да? Так, ну, наверное, напоследок постараюсь последний уровень пройти. И так долго это было, все длилось. А, смотрим, что нам здесь можно сделать. Иду сюда. Все, больше никуда не могу идти, да? Могу вот так вот сделать. Пойти вниз. Могу теперь вот так. Нет, не могу сделать. Развернулся. Ой-ой-ой. Может, как-то попроще нужно. Это сначала подогнул. Потом это. О, получилось. Прошел триллиард лет, прежде чем Йоло выбрался наружу. Триллиард лет — это много, конечно, да? Что, не хочешь идти? Так, куда мне теперь нужно? Обалдеть. Ага, вот так получается можно. Для начала нужно
Вот так, может и так. У них ничего не получается. Это я поскладывал. В общем, я сейчас столько всего наделаю, что потом не смогу разобрать. Да, я заблудился. Так. Как же мне сверху все-таки найти, куда мне идти? Ха. Опять не так. Да, сложные головоломки, что ни крути. О, вот как, оказывается, нужно было, да? Снаружи ничего не изменилось, зато изменился сам Йоло. Я даже догадываюсь, что с ним поменялось. Скорее всего, он стал какой-то бабочкой там, да? Так, 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 нужно здесь все пораспускать, пораспутывать. Так, теперь можно вот, вот так вот сделать, да? Пойти вниз, хорошо. Это веселее дело пошло. Так, ну это пока еще рано сюда мне. Мне нужно как-то здесь вот что-то найти. Ага, вообще весело. Не так послаживал. А. Так. Нет, не так. Ой-ой-ой. Тоже не то. Вообще полный завал. Может, все-таки так как-то раз. О, вот, 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 вот. Еще один кусок пути. Ой-ой-ой. А. Не пойди сюда, нужно. Только каким методом? Вот. Еще один кусочек перебрался. Так, раскручиваю все. И иду дальше. Почему не получается? Взмахнул крыльями, Йоло отправился навстречу новым приключениям. То есть теперь у нас пружинка с крыльями стала, да? Так, хорошо. На что еще хватит фантазии у разработчиков? Так, идем дальше. Нет. Тоже нет. Это да. Ух ты. Так, вот я остановлюсь, допустим, сюда. На какую сторону мне идти? А может, наоборот, нужно было сначала так согнуть? Нет, там ничего нет. Это не мое, это не мое. Нет. Нет. Вот ты что ему делаешь, видите, все не то. Получается,
вот получается так как-то. Вот, да, получается. Только сколько ж можно так все делать, а? Вот, отлично. И финиш. Наконец-то. Я уже подустал, если честно. Так, сейчас гляну, сколько уровней сегодня удалось пройти. Так, здесь есть вообще меню или нет? Или только нужно из игры выходить, когда? Из главного меню, получается, не выйти. Точнее, из когда прошел игру, то вот не выйдешь. Хотя нет, смотрите. Поздравляем, вы прошли лесную сказку. Пустынная сказка ждет вас. Обалдеть, как раз я хотел заканчивать обзор, и как оказалось, первая сказка. Нас уже... мы прошли ее. Ну, как видим, следующая сказка либо платная, либо ее нужно открывать за кристаллы. Поэтому я буду думать, как бы, записывать эту игру дальше или нет. Если она вам понравилась, то поддерживайте ее своими лайками и комментариями. Будет ваша поддержка, как бы я постараюсь ее так же быстро продолжить, как и второй обзор. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Если вы хотите поиграть в эту игру, то ссылочка на нее, как всегда, в описании к этому видео. Заходите, играйте, можете давать подсказки нам. А если у вас не получается пройти, то можете смотреть наше видео, как бы, для этого они, в принципе, и делаются. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.